Всем привет, меня зовут Шана, и на своем канале я обычно обсуждаю различные профессии в сфере здравоохранения американской медицины. А сегодня я хочу с вами обсудить такую тему, как стать медсестрой в Америке. Я, конечно, понимаю, что я уже обсуждала этот вопрос, но я заметила, что у меня появилось очень много новичков, подписчиков, и мне на Инстаграм стало поступать больше вопросов о том, с чего же начать, как же стать медсестрой в Америке. А те, кто уже со мной давным-давно, с первого дня, я очень вам благодарна. И также я хочу сказать огромное спасибо новичкам. Первое, что вам нужно сделать, это посмотреть по Google, какой колледж недалеко от вас предлагает программу или Registered Nurse называют, или Nursing School называют по-английски. Это то, все программы, это те, которые именно обучают на медсестру. Но вам стоит учесть, когда вы смотрите программы именно на обучение для медсестер, здесь есть два типа медсестер, LVN или LPN и также RN. Registered Nurse или RN – это та медсестра в нашем понимании, которая именно в русском языке работает в госпиталях, ну, в общем, везде. А LPN – это Licensed Vocational Nurse или Licensed Practical Nurse. Это младшая медсестра в переводе на русский язык. И если вы, конечно, хотите именно работать по этой профессии, то вы можете выбрать эту профессию, но я для себя выбрала Registered Nurse, потому что у этой медсестры, или если вы мужчина, у этого медбрата, будет возможность найти больше работы в различных местах, госпиталях, поликлиниках и вообще, где вам интересно, nursing home или в хосписах, или в реанимационной в госпитале, как я уже сказала. И также зарплата у них намного выше, чем у LPN или LVN. Обучение может быть немножко у LVN короче, но все равно я бы для себя я выбрала RN, и я не жалею. В зависимости от того штата, где вы живете, посмотрите, какой колледж предлагает какую программу. Что я имею в виду? Я очень часто слышала от тех сестер, которые выучились в Нью-Йорке или Пенсильвании, если у них нет степени бакалавра, Bachelor's in Nursing, то им очень тяжело найти работу именно в госпитале. Так что, если вам хочется работать в дальнейшем в госпитале, то вам лучше найти программу, именно которую предлагает BSN. А если вы живете в других штатах, таких как, например, у нас в Вирджинии или Теннесси и еще в других штатах, то вам сразу BSN не нужен. Вы можете получить Associate's Degree. Associate's Degree – это самая начальная академическая ступень в образовании медсестер. И в дальнейшем уже, когда вы выучитесь, вы получите свою лицензию, будете работать, и потом уже можно спокойно идти учиться на BSN, уже работая. Причем есть такие госпиталя, которые даже платят своим медсестрам, чтобы они дальше продолжали свое обучение. Но, как я уже сказала, до того, как вы будете искать свою программу именно для обучения, посмотрите также требования своего штата. Если вы хотите работать в госпитале, и там не принимают без BSN, то сразу идите на именно программу, которую предлагает BSN. Если ваш штат не требует степени бакалавра для трудоустройства, то я всегда всем советую пойти учиться в Community College. Почему? Потому что по сравнению с другими колледжами, например, с частными или академическими, Community College стоит намного дешевле, и вы сэкономите себе деньги. Также многие Community College работают в сотрудничестве с большими академическими колледжами, которые предлагают BSN. То есть, что я имею в виду? Вы можете взять все свои пререквизиты. Это те классы, которые вы обязаны взять до того, как вы подадите свои документы на RN-программу. Все наши мигранты удивляются, в чем тут различие Registered Nurse программ, почему не все вместе. Тут различие в чем заключается. Сама Registered Nursing программа – это отдельная программа. До нее вы должны брать такие классы, которые называются пререквизиты. У меня, кстати, есть такое видео о пререквизитах. Можете туда зайти и все подробно посмотреть, послушать. Но сейчас вернемся к пререквизитам. Вот эти пререквизиты вы должны брать в обязательном порядке, прежде чем вы начнете именно учиться на медсестру. В эти классы включаются такие предметы, как английский, алгебра, биология, физиология, химия, биология, ну, в общем, все вот эти подготовительные предметы. После того, как вы их дадите с хорошими баллами и получите то, что нужно, причем у каждого учебного заведения есть свои требования насчет баллов, если вы достигли вот этого количества баллов, которые нужны для
поступления. Вы потом сдаете, в зависимости, где вы живете, есть такие тесты HESI или TIS-тест. Как только вы пройдете вот этот тест, вы потом имеете право подавать все свои документы на Nursing Program или Registered Nurse Program. В общем, как хотите, так это называйте. И еще один часто задаваемый вопрос – это сколько времени уходит на пререквизиты. Это зависит от вас и уровня английского языка, которым вы владеете. То есть вы можете потратить на это от 1.5 до 2 лет. Это опять зависит от вас. Еще один часто задаваемый вопрос – будет ли засчитан мой диплом из СНГ в Америке? Да, он будет засчитан, если у вас есть степень бакалавра, и вы попробуете это сделать через или Board of Nursing вашего штата, я не знаю, в каком штате вы живете, вы можете зайти на веб-сайт или даже им позвонить, они вам подскажут. Или, если оказывается, я недавно узнала, такая организация ARS, и я напишу это на экране, и вы увидите, оказывается, эта организация работает намного быстрее, чем обычно вот через Board of Nursing, то, что это называется, это, по-моему, я уже забыл, как эта организация называется, я вам напишу, но эта организация, оказывается, очень долго тратит время на эвалюацию, и ARS, оказывается, делает это быстрее, но, к сожалению, это вторая фирма, ARS, она не работает во всех штатах, по-моему, в 8 штатах всего лишь. Так что, когда вы решите эвалюировать свой диплом, посмотрите, зайдите на веб-сайт ARS или позвоните, они быстро отвечают, они просят копию вашего диплома, вы им посылаете и спрашиваете, именно в каком штате они работают. И также узнаете в том учебном заведении, куда вы будете поступать, принимают ли они этот диплом и эвалюированы этой именно организации. И еще один часто задаваемый вопрос насчет дипломов. Я имею диплом из СНГ, но это в другой области, это не из медицины. Я всегда говорю, пытайтесь любой, какой у вас есть диплом, попробовать эвалюировать. Почему? Потому что если вам нужно начинать все это с нуля учиться, то хотя бы какие-то классы вам могут засчитать, и вам это сэкономит время и деньги. Меньше нужно будет брать пререквизитов. Например, если вы математик в бывшем, может вам засчитать все ваши и алгебру, и статистику, и вы уже не должны брать эти классы. Кстати, если у вас диплом именно не медицинский, то в тот колледж, куда вы пойдете, по вашему выбору, вы должны обратиться к адвайзеру и спросить у них, как вы можете эвалюировать свой диплом. У каждого колледжа есть своя организация, эвалюацию которой именно они принимают. Если вы сами эвалюируете и принесете эвалюацию из другой фирмы, с которой они не работают, этот колледж может не принять ваши документы. Поэтому всегда проверяйте, прежде чем вы что-то делаете. Насчет адвайзеров. Адвайзеры здесь бывают разные. У меня был печальный опыт, мне первый адвайзер совсем не помог, он мне выдумывал какие-то, я не пойму, что и как, советы. Но, в общем, задача адвайзера – это вам помочь именно, когда у вас есть вопросы, как эвалюировать ваш диплом, они вам должны подсказать. Я имею в виду те дипломы, которые не медицинские, потому что медицинские, как я уже сказала, это надо через Board of Nursing. А вот другие дипломы, вам именно адвайзер должен подсказать, с какой организацией они работают для эвалюации. А вторая обязанность этих адвайзеров – это подсказать, именно составить с вами программу, если вы скажете, вот мне нужно учиться на Registered Nurse, они вам должны помочь с подбором классов, которые вы должны взять. Если вам не понравился ваш адвайзер, не теряйте время, записывайтесь на прием к другому. К счастью, адвайзеров в комьюнити колледжах очень много. И как я уже сказала, если вам первый адвайзер не поможет, то второй или третий вам поможет. Будьте настойчивы, речь идет о вашем будущем. Теперь давайте представим, что вы нашли хорошего адвайзера. Что же происходит? Вы принесете все свои документы, особенно если вы уже, они вам подсказали, вы сделали эвалюацию, вы принесете все свои вот эти эвалюированные документы. Они посмотрят, какие именно вам предметы и часы засчитали, и уже на основании этого они составят вам программу классов, которые вы должны получить. Также эти адвайзеры-советчики, они вас направят на плейсмент-тест. Плейсмент-тест – это тест, который выясняет уровень вашего английского языка, и уже на основании этого теста вы будете брать тот уровень английского языка на уровне колледжа, который вам подходит. Если у вас очень низкий, то они вам помогут и подберут как бы подготавливающие постепенно к уровню колледжа. Вы будете брать несколько классов. Я в свое время, когда сдала этот плейсмент-тест, оказалось, что мне нужен всего лишь один класс, и я взяла English 101. Потом я уже брала другие классы, но вот адвайзер мне все время помогала, она мне подсказывала, какие классы. Она вообще мне сделала вот этот список, и уже глядя на этот список, я могла сама записываться на нужные мне классы.
Также момент насчет дипломов. Если у вас нету никакого диплома из вашей страны, откуда вы приехали, это не проблема, то вы можете просто принести свой аттестат об окончании средней школы, который тоже переведен, эвалюирован. Или если вы, так же как и я, брали классы GED, вы можете принести этот диплом и начать свою учебу. Также, если вы новичок в своем штате, вы только что переехали в Америку, в соцсетях сейчас очень много различных групп, именно для русскоговорящих, например, в вашем штате название Нью-Йорк, или русскоговорящие в Теннесси, в Техасе. Также на Фейсбуке есть, по-моему, Телеграме очень много таких групп, ВКонтакте, тут же у нас в Инстаграме. Не стесняйтесь, везде ищите информацию, и вы именно... Вначале вам будет тяжело, но самое главное собрать очень полезную информацию и после этого действовать. Так что везде спрашивайте и не стесняйтесь, ищите информацию. Насчет оплаты. Я знаю, что все колледжи предоставляют такую помощь, как FAFSA. Это именно та помощь для малоимущих студентов, но, к сожалению, под нее часто не все подходят. Я на своем примере не подошла, мне пришлось платить кредитками, но я за год рассчиталась со всеми своими долгами. Так что имейте в виду, у вас есть такая возможность, когда начнете работать, вы сможете оплатить все свои долги буквально за год или за два. Также после того, как я закончила свое обучение, я слышала про такой грант, который называется Pell Grant. Вы посмотрите, зайдите на веб-сайт, я не знаю, подойдет вам он или нет. Я надеюсь, что подойдет, может, получите хоть какие-то деньги через это. Также некоторые колледжи могут вам предлагать какую-то минимальную финансовую помощь в виде гранта, иногда это бывает 250 или 500 долларов. Это, конечно, не очень-то много, но все равно это лучше, чем ничего. Поэтому спрашивайте, вступайте в различные членства, есть такие организации студентов при каждом колледже. И у них тоже могут быть какие-то гранты. Также я знаю, что если вы вступаете в различные американские, по-моему, это называется American Students Association, у них тоже есть какие-то гранты, по-моему. Я вообще в дальнейшем должна посмотреть этот вопрос поближе, и когда, если я что-то найду более полезную информацию, я с вами поделюсь. Возвращаясь к теме associate и bachelor's degree, я забыла упомянуть, что у некоторых, я уже сказала, пререквизиты занимают где-то 1.5-2 года. Программа associate degree RN или ADN сокращенно, она занимает 2 года. А если вы начинаете учебу на BSN, на бакалавра с нуля, то у вас в общей сложности может уйти 4 года. Но если вы уже обучались в Америке и получили степень бакалавра в какой-то другой области, то у вас есть возможность поступить на такую программу, которая здесь называется Accelerated Bachelor's Degree in Nursing, и можете получить свой BSN за где-то 12 или 18 месяцев. Так что все здесь зависит от вас. Пол, возраст, религия и вообще то, чем вы занимаетесь у себя дома, здесь значения не имеют. Главное, чтобы вы сами хотели учиться и двигаться дальше. Надеюсь, вся эта информация вам поможет. Всем удачи и добра. Пока!